Солнечным утром один из алма-атинских дворов превратился в настоящий рай для малышей. Музыка, танцы и конкурсы, воздушные шарики и вкусности. Именно так организаторы презентуют очередные 4 игровые площадки. Дети, вы готовы? Не слышу! И вот лента перерезана, старт дан. Дети с восторгом отправляются испытывать новые карусели и горки. Жители такой подарок считают актуальным, особенно в связи с началом летних каникул. Мы проживаем в этом дворе. Очень благодарны за предоставление детской площадки. Оказывается, у нас столько детишек во дворе, даже не знали. Вот вышли, и здорово, праздник для детей. Как известно, для детей игра – это не просто веселье. Ведь именно в игре ребенок изучает мир, и поэтому так важно создавать пространство, в котором малыш мог бы себя реализовывать. Именно с этой целью в нашей стране уже год выполняется партнерская программа общественного движения «Площадки детям» и фонда «Спорт-концепт». Этот проект начался с того, что мы в своем дворе решили построить каток для своего собственного ребенка. Но в первый же сезон, за первую зиму, к нам пришло до 3000 детей. И это были дети со всего микроучастка, со всего района. На следующий год к нам стали приезжать с других районов. Мы построили хоккейную коробку, мы нашли инвесторов. Сейчас мы организовали секции. В прошлом году 23 двора были преобразованы в детские площадки. В планах до конца лета открыть еще 33 площадки по всей стране. Между тем, помимо общественных деятелей и артистов, в акции принимают активное участие и профессиональные тренеры. Мы регулярно подключаемся к таким мероприятиям, которые проходят именно по дворам, по детским спортивным площадкам, которые открываются регулярно. Мы очень заинтересованы в этом, чтобы детский спорт развивался. Он начинается именно здесь, со двора. Помимо игровых площадок, организаторы намерены буквально в каждом дворе возродить традицию дворовых клубов. Хоккей, фигурное катание, бенди и ролики – все это позволит оторвать ребят от компьютеров и прочих гаджетов и мотивировать их вести активный образ жизни. Преобразовать же собственный двор просто. Достаточно подать заявку на официальном сайте общественного движения «Площадки детям». Алина Ташмагомбетова, Ильхам Аюпов, Женакон.